Добрый день. Сегодня я хотел с вами поговорить о том, как изготовить можно клипсу для макушатника. Значит, для этого нам нужна проволока нержавеющая 0,8 1 мм. Лучше, наверное, 0,8, потому что с ней легче работать. Круглогубцы. Белое колечко. Накручиваются 3-4 раза, лишнее обрезаю, докручиваю проволоку, чтобы не было заусенец. Дальше отступаю здесь приблизительно на ширину плоскогубцев, вот так вот делаю загиб. Далее формируется петелька в конце, чтобы держал наш узел. И делается окончательный загиб проволоки для того, чтобы она входила в отверстие макухи. Чтобы она входила в отверстие макухи, надо делать вот этот выступ чуть поменьше, чтобы у нас кольцо не торчало из макухи, а было вровень с макухой. Лишнее обрезаем. И опять же докручиваем до конца проволоку, чтобы не было заусенец. Вот получается у нас клипсы для макушатника. Теперь можно ту же самую клипсу сделать под два крючка. Мы делаем так же самое все. Да, только здесь мы оставляем под плечо. Опять же три оборота. Дальше формируем нашу застежку. Лишнее обрежем, чтобы она нам не мешала. Ну вот, получается, на второе плечо. Для того, чтобы плечи были одинаковые, беру какой-нибудь шаблончик. Вот в данном случае вот такой у меня шаблончик. Значит, смотрю его и взгибаю здесь проволочку. Далее, для того, чтобы защитить леску нашего от проволоки, от скрутки этой термоусадкой, делаю защиту. И формируем два колечка. Это уже ведут колечки для наших поводков. Докручиваю до конца проволоку. И кембрик надеваем на нашу скрутку.
То же самое делаем с этой стороны. Чуть больше надо. Вот так вот. Натаскиваем туда кендрик. Наверное, надо немножко больше диаметра взять кендрика, чтобы он хорошо налазил, потому что это термоусадка, ее потом все равно надо осаживать. Значит, получается у нас получается вот такая вот застежка, клипса для макушатника, и здесь два поводка. Это уходит у нас в макуху. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Все, будьте здоровы.